Продолжаем цикл видео о фортах. Форт Раковец. Варшава. Район Охота. Охота. Недалеко от центра. Центр у нас в ту сторону. Видно шпиль. Да, в конце. Видно остатки этих насыпей. Разровнено. Он идет туда влево от нас, в ту сторону. Ну, сейчас мы здесь поднимемся. Посмотрим, что у нас есть. А, может по траве. Уже не обязательно так. О! Забегу. Просто насыпь. Здесь у нас ничего нет. Ну, там в ту сторону он получается не такой уж большой. Где вот эти дальние дома, это уже через дорогу от парка территория. Сегодня, кстати, Новый год скоро. Новый год. Да. Через 9 часов. Попробуем поснимать с квадрокоптера. Правда, качество у него будет не очень. На втором квадрокоптере карточки нет. Ну, там еще хуже, наверное, будет. Да. Поэтому то так, полетаем. Ну, салюты уже стреляют, слышно, наверное, было. Темнеет. Ну, вроде бы качество пока еще нормальное, съемка еще пока идет. О, у нас тут есть какой-то вид, более-менее нормальный. Здесь, возможно, и был ров. Да, здесь, наверное, был ров. А под нами может быть, вот мы сейчас идем, под нами может быть как раз та часть, в которой могут быть какие-то здания. Это что такое? Стопоры-то? Топоры-то просто. Топоры-то. Ага. Странно. Покопали. Порыли. Огонь. Где? Фиолетовый. А чё? Нет, наверное, просто дымовая шашка какая-то, это же не костер. Давай, наверное, так. Показать с этой стороны. Не, реально порыто, что это за хрень? Может, собаки, конечно, порыли? Деревья? Да нет, просто... А, может, за деревья выкопали? Просто яма. Что-что? Да, о, да, то, о чем я говорил. Есть у нас какие-то признаки строений. Конструкция, ну, подземелье здесь начинается какое-то, может быть, оно кончается вот с той стороны, то же самое видно, но здесь мы, наверное, не залезем даже. Ага, сейчас я фонарик возьму, попробую что-то подсветить. Мусор, да, закопали. Да, вот в первом форту, наверное, то же самое сделали, только полностью этот бетон тоже накрыли, чтобы не лазили дети отдыхающие, там все какие-то приключения не искали. Наверное, так. А давай низом тогда пройдем. Да. В ту сторону. И посмотрим, может, еще... Дым закончился. Да, может, еще раз будет. Ну, может, увидим остатки, что там такое было. Помигал. Уже, да, едут. Сейчас скажут, что это мы. Красивый парк получается, да, если вот так не все разрушить. Ландшафтный такой дизайн. Без цветов, без ничего, конечно. И где оно? Из того, что есть в Википедии по этому форту, в принципе, то же самое, что и по другим. Начало строительства 1889 год, окончание 1902 год. И в 1909 его разрушили в рамках программы ликвидации этих фортов. Так, еще одна какая-то у нас... Здесь видно поворот в сторону есть. Ага, вот эти петли. Здесь были петли. Не, ну сейчас одежда даже не позволяет туда лезть. Я попробую максимально посветить просто. Там стена идет, кажется. Или нет? Да, стена. Прямо засыпана. Влево. Тоже здесь стена. Наверное, здесь вниз оно должно идти.
мусор, в общем. Засыпано все мусором. Тоже какая-то бетонная деталь с краской. Давай подвинемся, посмотрим, что это за дым был. Он где-то здесь был, в этой низине, по-моему. Полиция? О! А что, не ошиблись? Или сюда нужно было ехать? Это три машины или две машины? Ой, смотри, освещение стало хуже. Наверное, придется спуститься вниз, чтобы это вблизи отснять. Так, давай еще с этой стороны посмотрим. Может быть, тут под нами что-то есть. Не. Сейчас, в общем, переключимся на дрон. Больше ничего здесь показать, по большому счету. Единственное, что вот вид сверху. Попробуем сейчас отснять. Ветер поменялся. Полетели. Так. Кстати, хорошо видно. Сейчас, сейчас я вам покажу. Вот так вот видно. Уже включили фонари. Не получилось у нас совсем записать видео. Что-то есть? Видео? Нет. А, фотографии? Да, только некоторые скриншоты, и то уже потемнело на момент. Какого-то не сохранилось. Сколько мы... Ну, я пробовал. Ты сколько пробовал, перезагружал. Я пробовал. Не знаю, раньше оно работало. Раньше сохранялось видео, а сейчас какая-то проблема. Вот это самый центр, можно сказать, самая такая красивая точка, откуда что-то видно. Самый центр этого форта. Там площадка, здесь площадка. Ну, и вот эти подземные какие-то коммуникации. Это, наверное, основание, как фундамент вот этих насыпей. То есть не просто там экскаватором сгребли, да, а такие бетонные. Здесь кирпич. Кирпич, камень, бетон. Вот, и сверху оно получается. Может быть, это водой размыло. Так оно выглядит. Здесь, кстати, тоже порыто. Мусор. Песок. Уже ничего не видно толком. На этом будем завершать видео под фонарем. Форт Раковец, Варшава. Если было видео интересным, ждите, скоро будет следующее опубликовано по порядку, по этой линии обороны, бывшей линии обороны. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, пишите комментарии. Все, всем счастливо. Метров сколько мы отошли? Ну вот там за домом получается форт. Остаток форта, да, и вот здесь у нас опять этот частный сектор, такой, как я и говорил, в принципе, неоднократно уже в видео, встречается такая вот, короче, застройка. Эти сарайчики. Да, такие очень старые сараи. Это близко форт. Да, один из признаков.